сегодня у нас не очередное заседание Государственной Думы. Как всегда, в последнее время 125 вопросов, что в принципе нереализуемо, если даже с точки зрения регламента взять 7 минут на доклад, можете умножить, даже доклады успеть невозможно. Но, тем не менее, это так называемое в нынешней интерпретации руководства Думы разгребание завалов, хотя с нашей точки зрения это как раз утилизация наиболее полезных законов. Почему? Потому что вы видите, что несмотря на такие бравурные заявления, стагнация в экономике продолжается. Вот если вчера послушать Набиуллину, так у нас с вами все в порядке, да? Ну, наверное, у нее в порядке, а реально у нас число банкротств предприятий сегодня выше, чем в 2008 году. К сожалению, не решаются вопросы задолженности по заработной плате. И вот здесь Валерий Федорович стоит, сегодня его 9 законов стоят в повестке пятый раз. Там в том числе предусматриваются и механизмы, как решить эту проблему. Потому что у нас 15 миллиардов рублей задолженность перед работниками, убранных из реестра предприятий, которые прошли процедуру банкротства при молчаливом согласии государства. И, как вы понимаете, работники ведь не виноваты, что государство, имея такой мощный инструмент насилия, не смогло обеспечить их интересы. Есть три закона у нас Юрия Петровича Синельщикова, есть законы Корниенко. В общей сложности сегодня из 125 наших 17 законов. Валерий Федорович доложит вам, он у нас сегодня должен быть лидером трибуны, потому что у него 9 законов и выступления в политических заявлениях от фракции. Пожалуйста, Валерий. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Первое, я бы хотел вам сказать, что закон о защите трудовых прав, это изменение Трудового кодекса и приведение в соответствие его с КОАП, Кодексом административных правонарушений, в Совете Федерации прошел вчера. Я там был, значит, на докладе. Матвиенко высказал, что вот, значит, правильно Рашкин делает, что защищает трудовые права граждан. Суть этого закона в том, что наемные работники в случае происшедших аварий и вывода из строя оборудования, будь то станки, будь то автомобили на трассе, там в гололед, должны, и последние судебные иски арбитражные показывают, что собственник, работодатель, он изымает 100% стоимости этого оборудования. Это миллионы и миллионы. Мы во фракции проанализировали эту судебную практику и пришли к выводу, что это несправедливо. В советское время брали только среднюю зарплату одного месяца с наемного работника, а остальное компенсировалось фондами там, и иными источниками. Вот и Госдума поддержала наш закон, фракция КПРФ, и Совет Федерации. Вчера проголосовал «за», один воздержался, все остальные «за». Теперь осталось дело за президентом. Если закон введется в действие, тогда массово наемные работники не будут выплачивать огромные средства за то оборудование, которое вышло из строя. Я считаю это нормальным, тем более в сегодняшней ситуации, когда заработная плата уменьшается, доходы населения уменьшаются, а аварии по вине в том числе и природных катаклизмов, по вине неорганизованности, они все больше увеличиваются. Вот, я вас поздравляю, можно и поздравить наших наемных работников. Это рабочие, это крестьяне, те, у которых нет собственности. Кроме цепей у них на руках больше ничего нет. Второе, о чем хотелось бы вам сообщить, что сегодня будет заседание комитета по безопасности. Мы от фракции давали два протокольных поручения и подготовили парламентский запрос, то, что касается телефонного терроризма. Он продолжается. Вообще это какой-то идиотизм, самый настоящий. Мы цивилизованная страна, у нас есть господин президент Путин, который очень хорошо управляет силовиками, а телефонный терроризм все больше и больше набирает обороты. Но чудовищно. Он в Краснодаре, так сказать, самые крупные объекты были, так сказать, полтора дня назад заминированы якобы, и тысячи людей были эвакуированы в мирное время. У нас ничего нет.
У нас нет, так сказать, катаклизмов природных, а у нас вот это какая-то бацилла, как раковая опухоль, начинается развиваться этот терроризм. Телефоны. Силовики молчат, деньги получают, зарплату получают. Они у нас самые опытные, у них есть разведка, контрразведка. Так сказать, Яровой дали законом все права, закон, который приняли, и подслушки, и все остальное. А этот терроризм развивается. И дошло до того, что вот 17 числа президент России в Санкт-Петербурге поехал, так сказать, по пути, у него там несколько встреч было, и на каждом пути 60 телефонных звонков, из них 50 звонков по минированию пути его прохождения. Я задал вопрос на пленарном заседании депутатов. Ну, кто-нибудь знает путь кортежа президента? Ну, кроме ближайшего окружения и самые, так сказать, доверенные люди не знают этого маршрута. А это по его маршруту минирует, так сказать, здания и дороги. Нормально, дожили. У меня, например, вопрос. Якобы минирует. Да, якобы минирует. Но людей-то эвакуируют. У меня вопрос, а кто тогда это делает? Если это делает ближайшее окружение, тогда их надо судить. Это ближайшее окружение. Если информация о кортеже президента уходит на Украину, тогда, ребята, у нас на Украине самые хорошие разведчики и контрразведчики. Тогда кто это делает? И молчание. Ну, мне это непонятно абсолютно, и нам непонятно. Вот сегодня комитет согласился, и в 15.15 будет заседание, на которое будет приглашена Федеральная служба охраны, и будем рассматривать этот вопрос. Я считаю это полным безобразием. Полным безобразием. Значит, посмотрим, что скажут охранники, посмотрим, что скажет ближайшее окружение, как они заботятся об охране президента, но самое главное, об охране безопасности граждан Российской Федерации. Уже около 2 миллионов граждан эвакуированы из всяких, так сказать, зданий и сооружений. 2 миллионов. У нас войны нет, у нас не Великая Отечественная война, у нас нет бомбежки. У нас не надо, так сказать, ходить в бомбоубежище. У нас пошел этот телефонный терроризм. И, значит, на наш взгляд, надвигается горячая зима. Николай Васильевич сейчас сказал про, значит, ситуацию кризисную. Но у нас протестные акции растут из месяца в месяц. У нас протестные акции только третьего квартала этого года увеличилось на 60%. 1100 с лишним протестов, все социально-экономические, невыплаты заработной платы. Долги растут, более 15 миллиардов рублей долгов, чистых долгов только за заработную плату. Платон, движение «Антиплатон» вынесло уже решение, в декабре они будут выходить на пикеты, акции и перекрытие дорог. В 4 раза увеличить штрафы за неоплату по Платону. Штрафы. Ну, это возмущение. Сам Платон никому не нужен. Сам Платон незаконен. Незаконен. Нагрузку огромная, налоговая, и в частный карман. А, значит, дольщики, обманутый дольщик. Президент занялся. Дал команду до 2020 года, чтобы этот вопрос решить, чтобы не было обманутых дольщиков, законодательство изменили. Но вопрос от тех, кого обманули-то, не решен, а их 500 тысяч обманутых злочек. 500 тысяч обманутых злочек. Здесь же, пожалуйста, вам еще и, значит, все, что связано с сокращением рабочих мест. Поэтому ожидайте, будет горячая зима, и здесь будет горячее пленарное заседание. Спасибо.